Здравствуйте! Сегодня мы расскажем и покажем вам, как выполнить примыкание кровли Метротайл к отопительной или вентиляционной трубе. Этот узел присутствует практически на любой кровле, ведь система отопления и вентиляции – это неотъемлемая часть кровли любого современного загородного дома. По периметру трубы, поверх шаговой обрешетки, мы установили дополнительные деревянные бруски 40 на 40 мм. Такое сечение брусков является оптимальным для последующего крепления элементов примыкания. Замеряем размеры, необходимые для изготовления панели, которая будет располагаться над отопительной трубой. Аккуратно переносим снятые размеры на панель Метротайл и выполняем разметку. Подрезаем боковую часть панели со стороны ее примыкания к вальме. Подгибаем вверх край панели, который будет примыкать к вальме. Теперь, согласно линиям разметки, разрезаем панель Метротайл со стороны примыкания к верхней части отопительной трубы. Отгибаем вверх края получившегося выреза. Устанавливаем панель на место. Аналогичным образом размечаем, разрезаем и сгибаем панели, которые будут примыкать справа и слева к отопительной трубе. Обратите внимание, как правильно выполнить подгиб. Мы разрезаем и сгибаем боковые края панелей так, чтобы получился водонепроницаемый замок. Размечаем панель, которая будет снизу примыкать к отопительной трубе. Для раскроя материала удобно пользоваться ножницами по металлу. Если вы режете правой рукой, используйте ножницы правого реза. Если вы левша, вам будет удобнее применить ножницы левого реза. При выборе ножниц обратите внимание на ножницы пеликаны. Мы пользуемся именно ими во время выполнения всех наших узлов. Разрезаем и отгибаем вверх получившиеся края. Во время сгиба постоянно следим, чтобы получался водонепроницаемый замок.
Устанавливаем получившиеся детали на обрешетку. Внимание! Использование абразивного режущего инструмента для раскроя черепицы Metrotile не допускается. О том, как раскроить панели и аксессуары, мы рассказываем более подробно в фильме «Чем резать и гнуть черепицу Metrotile». По всему периметру отопительной трубы устанавливаем универсальный уплотнитель. Уплотнитель имеет самоклеящийся слой и надежно защищает места примыкания от ветра, грязи и дождя. Устанавливаем остальные панели Metrotile на шаговую обрешетку и фиксируем их гвоздями.